памяти подводной лодки «Курск». Продолжим. Обычно спрашивают, какого у меня диск. Это диск. Тут есть диск, который называется «21 тревожный век». Там она есть запись. Поехали. Написано в 2001 году. Тут же запрещена практически. Сейчас это чисто исторически. Наша держава, как сонно, сбивается с курса. Век приходящий, как прежний, тревожен и лих. Вечный погонь морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам, покинувшим их. Вечный погонь морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам, покинувшим их. И от разрывов расходятся в небе морозном. Страны гибнут, лишь те, кого нету в живых. Вечная память солдатам убитым под Грозным. Вечный позор генералам, подставившим их. Вечная память солдатам убитым под Грозным. Вечный позор генералам, подставившим их. Стало нам жить между собой мучительно совесть. Спорить о том, что такое свобода и честь. Мир поделен на подонков, утративших совесть, и на людей, у которых она еще есть. Мир поделен на подонков, утративших совесть, и на людей, у которых она еще есть. От барабана ударит усталые уши, на гитары сердца позовут за собой. Бой продолжается снова за юные души. Самый последний и самый решительный бой. Бой продолжается вновь на воде и на суше. Самый последний и самый решительный бой. Наша держава, как судно, сбивается с курса. Приходящий, как прежний тревожный лик. Вечный погонь морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам, покинувшим их. Вечный покой морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам, покинувшим их.